Innopolis University is definitely a unique place. As long as my experience, I've been traveling a lot in pretty much every continent. Innopolis University is a unique project in the world, where actually industry and university cooperate on the same land next to each other, also physically, geographically. They of course need to be also prepared technically, but a basic preparation in math and in computer science and engineering will be enough. And actually, during the selection, we really spot it. We really ask the right questions to understand the motivation. This is the most important thing. So if you are motivated, this will be visible in the interview, and you will most likely be selected. В этом году я закончил бакалавриат и решил попробовать что-нибудь принципиально новое, где есть новый подход к обучению, новый подход к преподаванию и вообще ко всему, к деятельности в целом. Когда я была во время вот этих 2 дней на отборах, мне казалось, что это сложно. А потом со временем, когда все это анализируешь, то, кажется, было все не сложно, а все по силам. И на самом деле те люди, которые сомневаются в себе, им не нужно сомневаться, а просто пробовать. Вообще меня посещала мысль на отборах, что да нет, тут столько людей, которые умнее, которые знают лучше, у тебя не получится. Но потом я просто сказал себе: попробуй и все, покажи, что знаешь, что умеешь, и теперь я здесь. Первые дни в Иннополисе прошли просто обалденно, нас расселили по корпусам нашим, вот в кампусе тут отличная просто атмосфера. У меня была проблема в комнате, я впервые вижу, чтобы я в Телеграме написал о своей проблеме, и на следующий день мне прислали мастера. И, насколько я понимаю, здесь все так работает. Не сравниться ни с каким, я вот был в общежитиях других университетах, и в принципе здесь, конечно, это действительно это не общежитие, тут очень круто, то есть условия, конечно, чтобы люди действительно учились. Иннополис еще и потому, что здесь люди буквально заряжены идеями. Здесь есть отличная возможность заставить твою идею работать, то есть превратить ее в бизнес или какой-то стартап.